Ну что ж, друзья, свершилось. Сегодня 9.09.2015 года. И этим видео я начинаю серию блогов, посвященной моему творчеству в сфере школьной фотографии. Так как у нас сентябреет, все дети пошли в школу, дети пошли в садики, пришла пора работать, друзья. Отдых закончился, летние каникулы закончились, все дети уже учатся, и нам пора по школам, друзья. Вот, мой напарник уже меня ждет. Сейчас я заеду за ним и поедем по школам, так скажем, предлагать детям всякие красивые штуки, которые мы делаем. На данный момент мы проехали уже 4 школы, оставили там свои прайсики для первоклашек и для выпускников 4-х классов, ну, уже к следующему году. Вот. Для первоклашек мы предлагаем, как всегда, индивидуальный портрет в красивой рамке, потом групповая фотография класса. Еще мы предлагаем, ну, также сувенирную продукцию, календари, магниты, кружки. Календари рано еще, конечно, еще Нового года нет, но в перспективе, то есть у нас все это есть. Вот. Вчера, значит, целый день сидел, делал сайт, сделал там все покрасивей, выложил прайсики кое-какие новые. Разместил новые альбомы, разместил информацию о 1 сентября, так что, если кому интересно посмотреть цены, по которым мы работаем, и вы бы, мало ли, из родительского комитета, и хотите заказать съемочку детей в школе или в детском саду, все цены у нас есть на сайте, можно рядом с каждым образцом есть прайсик, вы можете его, так скажем, скачать. Цены у нас одни из самых приятных. Наверное, не самые низкие, но цены соответствуют качеству. Мы достаточно хорошо все делаем. Если у вас сын или дочка пошел в школу или детский сад, то зайдите на сайт, я где-нибудь ссылочку тут или тут где-нибудь размещу. И, соответственно, можно все это дело посмотреть будет. Вот. Ну, а сейчас я жду своего напарника, он пошел, значит, в школу, пока отнесет прайсики, а я тут на улице его жду. Сейчас он вернется и поедем дальше. Еще, наверное, в школы 3-4 мы съездим на сегодня, а завтра уже поеду я один уже по садикам. Тоже для детей, которые пошли в младшие группы, то есть начиная от 2 и 5 лет, ну, 3. Вот, у нас тоже есть предложение для них, то есть первый раз дети идут в садик, там у них много интересного, новые друзья, новые эмоции, все это мы тоже предлагаем родителям снять. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Никто на Леонтьева не хочет сходить? В Выборг приезжает, круто, 28 октября, 19.00. Если кому интересно, пожалуйста. А тут еще у нас 5 сентября был этнокультурный фестиваль. К сожалению, сходить не удалось. Был на свадебной съемочке я. Не получилось у меня поснимать в этот день этот фестивальчик. А очень хотел что-нибудь для вас выложить. Так, а тут у нас еще черный бриллиант 16 октября. Ну, что-то непонятное, нафиг не надо. Но на Леонтьева все идите. Привет, я имбирный человечек. Нет, я не сошел с ума. Просто купил пряник имбирного человечка. Проголодался, с утра ничего не ел. С 8 утра мы по школам ездим. А сейчас уже много времени. Часов, не знаю, 12, по-моему, уже. Вот. Уже заканчиваем свои поездки. Сейчас откушу голову этому человечку. И... Ну и, собственно, все. Вкусно.
10-я школа. Прикольно, очень красиво у них тут все сделано. Прямо видно, что старались. Наверное, тут и садовник, я так понимаю, у них есть. Такие цветочки везде, классно вообще. Площадка офигенная вообще. Смотрите, ребята просто играют, наслаждаются жизнью. Просто супер, да, школа? Молодцы, хорошо. Люблю, когда тут красиво так заботятся вообще. Посмотрите, у них даже на заборе, видите, там? Вот там вот цветочки растут по забору. Не, ну просто цветочки-василёчки такие классные растут. Высоко так забрались, здорово. Молодцы вообще, 10-я школа, вообще респект. Сейчас сделаю фотографию даже такой красоты, пока все это цветет, пока красиво. Саму школу сфотографирую, чтобы потом в школьные альбомы им вставлять. Здорово. Обожаю вот такие вот мюсли есть. Они очень прикольные. Пророщенные пшеницы. И туда кусочки фруктов есть. Есть такие же с орехами, но мне не очень нравятся. А вот эти вообще прикольные. Тем более на них скидочка. Они обычно 130 рублей стоят. А сейчас 81. То есть я взял себе целых 3 штучки. Прикольная тема. Даже, наверное, 4 возьму. Офигенно. Все, 4 штуки есть, надолго хватит. А то мало ли еще, когда тут скидка будет. Масло взял вот такое вот крестьянское ровенькие. Вроде в предыдущий раз брали, понравилось. Прикольное масло. Советую всем. Купил целый пакет всякого вкусного-привкусной темы. Йогурт, молочко, масло, бананы, хлеб, не знаю, цикорий, молоко, ну и хлопья главное. Уж извините, унбоксинг хлопьев я не буду делать, но поверьте, они очень вкусные. Если по утрам варите кашку, туда немножечко хлопьев добавляете уже в готовую кашу, прямо сверху насыпаете этих хлопьев, там кусочки фруктов, пророщенная пшеница, очень классно, очень вкусно. Всем советую, рекомендую. Сейчас я оказался на почте. Пришло внезапно извещение, что посылочка из Китая с eBay пришла. Заказывал какие-то штуки для фотика полезные. Вот, сейчас иду получать. Может быть, будет унбоксинг. Итак, друзья, я уже дома. Я получил эту посылку. И сейчас будет унбоксинг. Пока не знаю, что там. Есть какие-то предположения, что бы это могло быть. Может быть, это... Хотя, сейчас мы посмотрим, не будем гадать. Итак, у меня есть ножницы. У меня есть посылка. Пришла она... Хрен знает откуда. В общем, с Китая. Заказывал я ее на eBay, естественно. Это какие-то штуки полезные для фото или видеосъемки. Не помню, что там. Много посылок всяких разных заказал. Вот одна из них. Сейчас мы посмотрим, что там. Итак, открываем. Ага. И тут у нас... О, вот такая вот ручка, друзья. Вот. Вот такая ручка для фотоаппарата. У меня уже одна планочка там приходила, другая U-образная такая, она там прикольно так крепилась. А это вот такая штучка, она сбоку крепится. Давайте посмотрим. Ич. Вот так вот она выглядит, вот так она упакована. Опа. Так, коробочку мы вам поставим, чтобы вы видели, все могли такую же штуку заказать. Так, ну в таком пакетике обычном, целлофановом, ничего интересного. О, вот такая вот прибамбасина, друзья. Ага, этой частью, я так понимаю, она крепится к низу фотоаппарата, а вот это у нас получается ручка. И тут еще наверху
Соответственно, два отделения для вспышек. Мы можем сюда что-нибудь воткнуть, и оно будет держаться. Но, к сожалению, у меня такие штучки вот еще не пришли. Я их заказал, но не пришли, которые вот сюда будут позволять какие-то устройства крепить. Потому что если просто так сюда вспышку воткнуть, она наверняка не будет держаться. Сейчас я принесу фотоаппарат и попробуем ее приделать к нему. Итак, вот я принес фотоаппаратик. И, соответственно, она вот сюда вот, я так понимаю, крепится. Давайте попробуем ее приварганить сюда. Вот так вот. Мы можем регулировать, соответственно, дистанцию от фотоаппарата, да? Так или так. Ну, сделаем среднее вот так вот. Чуть-чуть. Так, затянули. И, соответственно, вот такая вот у нас ерунда получается. Сюда мы можем нацепить либо микрофон, либо что-то еще, какое-то устройство. Но я это брал, скорее всего, под микрофон. И будет вот так вот нам вот удобно снимать. Это такой поливалка такая. Вау, видеополивалка. Во. Вот так. Ну, давайте попробуем сюда что-нибудь поставить. Ну, вот, допустим, вспышка обычная. Я не знаю, будет она тут держаться или нет. О, смотрите, друзья, держится. Держится. То есть, обычную вспышку... А, нет, не держится нифига. Так, пошутил. Ага. Если мы защелкиваем, ну, чуть-чуть прочнее становится, но все равно недостаточно. Недостаточно, не держится. То есть так просто на такое устройство вспышку не поставишь, она просто отвалится. Вот, поэтому вам нужно какое-нибудь вот такое вот устройство. Вот с таким крепежом. То есть она вставляется сюда. Вот так вот. И закручивается. Все, закрутилось и намертво. Вот такие штучки мне отдельные придут для разных устройств. А пока за неимением таковых. То есть, вот это значит синхронизатор на вспышечку у меня такой вот. И можно теперь в эту штуку вставлять саму вспышку. Она тут будет держаться. То есть, вот я вставил. Вот такое устройство получилось. И теперь все достаточно... Прочно все это получается. И вот с такой бандурой можно бегать и бомбить фотографии. Ну, правда, это не для вспышки все-таки. Сюда можно либо камеру ставить, GoPro-шку, либо что-то еще такое более интересное. Вот так вот. Так, сейчас мы это все разберем. То есть, вот такая вот ручка, друзья. Не знаю, смотрите, нужна она вам или нет, но так, в принципе, как вариант, под микрофончик или под что-то еще. На микрофоне как раз вот для этого крепежа все нормально, все подойдет, он будет крепко держаться. Тут мы открываем крышечку, прямо сюда подключаем микрофон, и, в принципе, все должно работать четко. Вот. А сюда я поставлю такую рогаточку. И можно еще какие-то устройства навешивать. Либо ту же самую GoPro-шку, либо Соньку. Ну и, соответственно, снимать видео или фото, что кто любит. Очень прикольная вещь, я считаю. Достаточно прочная ручка. На ощупь, ну, не самая, конечно, приятная резина. Немножко там люфт, ну, люфт небольшой есть. Она не намертво прикреплена. Ну, так для... В принципе, вот фотоаппарат сам держит, ничего не будет ей, не должна сломаться. То есть, как-то так, вот такое устройство. В принципе, можно его и в другую сторону, если захотеть, повернуть, да? Попробуем сделать как-то вот так даже. Ну, так, наверное, не самый удобный вариант, но тоже возможен, в принципе. Вот такая вот штука, друзья. То есть, кому надо, могу, в принципе, на эту штуку описание оставить под этим видео. На eBay будет ссылочка, где я ее брал и за сколько. Вот. Так что... Ну, на этом, в принципе, мы закончим сегодняшний день.
Пошел я все-таки наконец-то уже печатать прайсики. Завтра все-таки в садик будем их разносить. Всем пока, привет.